29-летняя Анастасия Ивлеева и 43-летний Максим Галкин пообщались в прямом эфире. К их разговору присоединилась 70-летняя Алла Пугачева. Звезда «Орла и Решки» решила не лениться на карантине и регулярно заниматься спортом. Телеведущая считает, что самоизоляция – хорошее время, чтобы заняться собой и своим здоровьем. Ивлеева публикует забавные видео своих тренировок и призывает поклонников следовать ее примеру. Анастасия также не забывает общаться со звездными друзьями. Телеведущая устроила совместную прямую трансляцию с Максимом Галкиным. Самые яркие и интересные моменты беседы артистов были смонтированы в ролик, а затем показаны фанатам. Анастасия и Максим дали подписчикам советы, как с пользой проводить карантин. Ивлеева порекомендовала чтение книг и спорт, а Галкин посоветовал разобрать бумаги и привести в порядок гардероб. Правда, по словам артиста, он сам пока ленится заниматься домашними делами. К беседе присоединилась супруга пародиста Алла Пугачева с их детьми, Лизой и Гарри. Ивлеева очень обрадовалась, увидев Примадонну. Анастасия была восхищена красотой певицы. «Как вы прекрасно выглядите! Карантин вам на пользу! Это без фильтров! Алла Борисовна, очень хорошо! Даже я с фильтром сижу! Я в восторге и в шоке!» — призналась Ивлеева. Галкин предложил жене выпить вина, но она отказалась. Супруги поцеловались, и Алла Борисовна отправилась спать. Дети Аллы Пугачевой совершили магический ритуал против коронавируса. Малыши рассказали, как не заразиться опасной болезнью. Настя Ивлеева в сексуальном боди восхитила поклонников.